Hi guys, welcome back to Jundis Vlog Reacts. First video reaction, let's go to our favorite country, which is Russia. Privet and spasiba to our Russian friends. How are you all guys? If you're doing fantastic and amazing. And the title of this video, as you can see on my thumbnail, is Königsberg Storming the Most Impregnable Fortress of the Third Reich. And credit to the owner also with the video to World of Tanks official video channel. I'll put in the description box below so that you can connect also with the owner of the video. And if you're new to my channel, just click on subscribe button, click on notification bell so that you'll be updated on your future uploads. And if you have some comments and suggestions related to this video or any Russian video, artists, singers that you can suggest, drop it in the comment section. I'd love to read and respond to you all and make your video request. So let's get to it, guys. I really want you to turn on the CC down there for your Russian and English subtitles. And let me get some information with regards to this video. In the winter of 1945, Soviet troops fought close to Königsberg. The city was blocked from the east, south, and west. The elimination of the enclave in the east, Prussia, was required earlier than the capture of Berlin. Then the command war mech will be forced to accept an unconditional. Oh my God, this is a great information also. Let's get to it, guys. Enjoy with this amazing and incredible. Wow, thank you so much for this. Video. Thank you so much, World of Tanks, for this video. Апреля 1945 года радиорепродуктор форта номер один снова и снова повторял обращение крайслейтера осажденного Кёнигсберга Эрнста Вагнера к защитникам гарнизона. Для каждого немца Кёнигсберг имеет особое значение. Столица Восточной Пруссии, город Фридриха Великого, колыбель прусского боевого духа. Пока над городом реет знамя со свастикой, Германия непобедима. Слабая русская крепость Севастополь держалась 250 дней. Значит, Кёнигсберг будет стоять вечно. Вагнер умолчал, что Севастополь Красная Армия отбила у немцев за неполные четверо суток. Он понимал, от исхода этого сражения во многом зависит судьба Германии. I love this photography in this video. Зимой 1945 года, в ходе восточно-прусской наступательной операции, советские войска с боями подошли к Кёнигсбергу. Город был блокирован с востока, юга и запада. Лишь узкая полоска земли вдоль залива Фришесхаф связывала крепость с Земландским полуостровом. Там еще оставались немецкие части. Ликвидация этого анклава в Восточной Пруссии требовалась раньше, чем взятие Берлина. Тогда командование вермахта будет вынуждено принять безоговорочную капитуляцию. Непокоренный Кёнигсберг означал бы, что германская армия не утратила способность к сопротивлению, и немцы вправе диктовать победителям свои условия прекращения огня. Ключ к будущему миру лежал за неприступными бастионами прусской столицы. И этот ключ предстояло добыть. Штурм Кёнигсберга выглядел задачей исключительной сложности. Фортификационный комплекс города веками готовился к отражению штурма превосходящими силами противника. Взятие самого мощного укрепрайона в Европе, командующий Третьим Белорусским фронтом, маршал Александр Василевский, планировал с минимальными потерями личного состава. Он решительно отказывался от наступления массами пехоты и танков на неподавленные огневые точки. Победа важна достигнутым результатом, а не пролитой для ее достижения кровью. Город охватывало кольцо из 17 фортов невероятной прочности, практически неуязвимых для полевой артиллерии и авиабомб. Жилые кварталы представляли собой сплошную зону обороны. Центр был окружен старинными башнями. Их стены трехметровой толщины выдерживали удары снарядов самого крупного калибра.
Подходы к укреплениям были заминированы. По мере того, как вокруг города сжималось кольцо из 4 советских армий, городские власти привлекли в батальоны фольксштурма большинство взрослого населения. Практически всех, способных держать винтовку или фауст. Общая численность регулярных войск и ополчения только в самом Кёнигсберге превысила 100 тысяч человек. Насколько серьезно организуется подготовка штурма, ощутил весь личный состав советских дивизий, окруживших крепость. Помощник командира взвода 995-го стрелкового полка, старший сержант Василий Попов, был назначен на офицерскую должность заместителя командира штурмовой группы. В течение марта он натаскивал роту, передавая ей свой опыт штурма других укрепленных городов. По-суворовски требовательный старший сержант неделями обучал стрелков премудростям боя – преодолевать стены, вскрывать огневые точки, бросать гранаты в амбразуры. В распоряжении маршала Василевского на подступах к городским фортам имелось всего около 100 тысяч человек в составе 3 армий. Очень мало для создания значительного перевеса. При штурме гибнет в 3-4 раза больше людей, чем со стороны обороны. Командующий гарнизоном генерал от инфантерии Отто фон Ляш располагал 200 исправных танков и самоходных орудий, большим количеством противотанковых пушек и минометов. Кроме того, на Земландском полуострове танковая дивизия и 3 пехотные дивизии были готовы поддержать гарнизон Кёнигсберга. План советской операции строился на превосходстве огневых средств, особенно артиллерии и тактики штурмовых групп. Массированный удар предполагался только по внешней линии обороны. Далее в бой шли штурмовые отряды общей численностью около 25 тысяч человек. Штурмовые группы и отряды должны были действовать внутри Кёнигсберга автономно, как самостоятельная боевая единица. Для этого иметь разные вооружения, в том числе танк или несколько танков, на острие атаки. Количество пехоты достигало стрелковой роты. В состав штурмовых подразделений входили огнеметчики, минометчики, саперы, связисты, фельдшеры. Огневая поддержка возлагалась на самоходные орудия или 3-дюймовки ЗИС-3. Их катили вручную вслед за стрелками. Конечно, маршал Василевский рисковал чрезвычайно. Если немцы опомнятся, они окружат штурмовые отряды внутри города. Но это был математически выверенный риск. В преддверии наступления штурмовая группа старшего сержанта Попова заняла окоп в первой линии к северо-западу от города. До кольца внешних фортов, так называемой ночной перины Кёнигсберга, было не более километра. 10 минут. С началом боя его штурмовикам предстояло бежать за танками, действуя как в самом обычном бою. Попов с тревогой осматривал через оптику немецкие позиции. Сержант отчетливо понимал, до конца сражения доживут не все. Позиции 3 советских армий накануне операции охватывали Кёнигсберг незамкнутой окружностью, из которой стрелки тянулись внутрь города с севера и с юга. 39-я армия действовала западнее против немецкой группировки на Земландском полуострове. Никто не мог предсказать, в каком месте быстрее удастся прорвать линию фортов. Расчет был на то, что в оборонительном районе обязательно найдутся слабые участки. Утром 2 апреля земля задрожала от выстрелов и разрывов снарядов. Для артподготовки в Восточную Пруссию были стянуты самые тяжелые орудия, имевшиеся в резерве ставки Верховного Главнокомандования. 4 суток сотни стволов выпускали снаряды по городу. Небо закрыли дымные реактивные следы. Работали системы залпового огня. 6 апреля 43-я и 50-я армии двинулись на приступ северных и северо-западных укреплений Кёнигсберга, навстречу 11-й армии. С началом наступления орудийный и минометный огонь по переднему краю обороны не прекратился. Наоборот, на траншеи и блиндажи обрушился настоящий ураган, чтобы немцы буквально не могли поднять голову, пока танки и стрелки не приблизятся к окопам вплотную. Советская пехота бежала, стараясь прижаться к огненному аду. Некоторые падали, сраженные осколками своих же снарядов. Однако в целом потери в начале боя оказались значительно меньше, чем под прицельным огнем противника. Впереди наступала бронетехника. Танки мчались на больших скоростях, слегка рыская по полю. Вокруг рвались снаряды и мины. Рикошетные удары один за другим сотрясали боевую машину. Танки обстреляли полевые укрепления. Обрушили гусеницами брустверы и, не снижая темпа, понеслись от первой линии окопов вглубь немецкой обороны.
Танкисты стремились прорваться к артиллерийским позициям, уничтожить самоходные орудия и противотанковые пушки. Горячки боя на отдельных направлениях, бронированные машины значительно оторвались от пехоты и ушли вперед, давая возможность засевшим в окопах немцам прийти в себя. Противник постепенно выходил из оцепенения. Его огонь становился все более плотным. Перед цепями и в цепях атакующих пехотинцев все чаще стали рваться снаряды. Старший сержант Попов первым в ротной цепи спрыгнул в траншею. Он не успел удивиться, откуда в ней столько немцев после артподготовки. В тесном пространстве окопа каждый миг промедления мог обернуться смертью. За каждым поворотом таился враг. Вслед за командиром в траншею ворвались и другие бойцы. Завязалась рукопашная. В течение дня к маршалу Василевскому поступала информация об успешном продвижении к внешним фортам. Но успех был достигнут ценой заметных потерь, включая личный состав тщательно подготовленных штурмовых групп. Часть из них пришлось комплектовать заново. Слишком многие получили ранения или погибли на внешнем кольце обороны. Старший сержант Попов потерял на подступах к Кёнигсбергу большую часть своего взвода, но остался жив. На окраинах Кёнигсберга советские войска вышли к самому мощному оборонительному рубежу – кольцу внешних фортов. Укрепления строились еще в 19 веке и предназначались для долговременной круговой обороны. Каменная кладка толщиной до 3 метров позднее была усилена железобетонным покрытием толщиной до метра. Укрепления окружали рвы с водой. Ни пятитонные авиабомбы, ни снаряды крупных калибров не нанесли им существенного ущерба. Форты отстояли друг от друга на дистанции до 3 километров. Промежутки были заполнены отдельными огневыми точками и минированы. Местность простреливалась. Штурм фортов осложняла конструкция низких напольных казематов. Их бойницы находились у самой земли и были недосягаемы издали. Чтобы подавить огневые точки, советским артиллеристам нужно было развернуть орудия на дистанции около 200 метров и попасть в амбразуры с ювелирной точностью. Если артиллерия терпела неудачу, в ход шел другой прием. Под прикрытием дымовой завесы через ров с водой переправлялись саперы и стрелки. Саперы подрывали участок стены в районе амбразур или ворот. В пролом проникала пехота и забрасывала гранатами внутренние галереи. Начинались яростные схватки в ближнем бою, часто переходившие в рукопашные. На западном выезде из города части 43-й армии начали приступ форта номер 6 «Королева Луиза». Его гарнизон поначалу оказал ожесточенное сопротивление. Огонь из бойниц выкосил до батальона советских солдат. Цитадель могла еще держаться, когда над стеной вдруг показалась белая тряпка. Запас боевого духа у солдат и ополченцев фолькштурма исчерпался весьма быстро. Эта картина наблюдалась в Кёнигсберге неоднократно. Немцы стойко выдерживали бой, после чего сдавались в плен, не желая погибать в следующем сражении. С падением форта Королева Луиза 43-я армия вышла к заливу Фришесхаф. Кёнигсберг был полностью отрезан от земландской группировки и порта Пилау. 130 штурмовых групп начали продвижение вглубь города. Во второй день советские бомбардировщики сбросили на центр Кёнигсберга свыше 2000 тонн авиационных бомб. Но гарнизон продолжал сопротивляться. Немцы цеплялись буквально за каждую улицу, за каждый дом. Любой оконный проем мог выплюнуть длинную пулеметную очередь. Выстрел из подвалов или руин. Взрыв мины. Нацистский фанатик с противотанковым гранатометом. Смерть здесь поджидала на каждом шагу. Каждый пройденный квартал стоил серьезных потерь. Танки и тяжелые самоходки из Су-152 ползли вперед на первой передаче и малых оборотах. Карты мало помогали. Город изменился до неузнаваемости. На месте городских кварталов лежали руины. Проезды были наглухо завалены горами битого кирпича. Где раньше стояли противотанковые батареи, теперь зияли глубокие воронки, а огневые точки обнаруживались с самых непредсказуемых направлений. Засады, артиллерийские вилки и минные поля ждали на каждой сотне метров. Бои были скоротечными. Сначала руины, казавшиеся безжизненными, вскипали пламенем. По головному танку и пехоте били сразу десятки орудий и пулеметов. Сбоку из разрушенных домов стреляли фаустники. Чаще всего мальчишки из Гитлерюгенда. Штурмовая группа отвечала огнем орудий и минометов. Пехота рассыпалась по руинам, расстреливая засевших там солдат и ополченцев фольксштурма. Укрытия забрасывались гранатами.
Настоящим кошмаром для немцев стали советские ранцевые огнеметы конструкции Клюева-Сергеева. Если огнеметчику удавалось пробраться вплотную к подвалу, где засели немцы, к пулеметному гнезду или траншеи, горящая смесь затапливала пламенем позицию противника. Огненная стена вызывала панику. Солдаты вермахта и ополченцы бежали, либо сдавались в плен из страха сгореть заживо. Особенно драматичным выдалось форсирование реки Прегель. Немцы взорвали мосты. Штурмовые отряды 11-й гвардейской армии переправлялись на северный берег под ожесточенным огнем на лодках, понтонах, подручных средствах и даже вплавь несли тяжелые потери. Ситуацию спасли экипажи самоходок ИСУ-152. Они заняли позицию на южном берегу и обстреляли немецкие батареи 6-дюймовыми фугасами. В жестокой артиллерийской дуэли самоходки получали попадания. Часть боевых машин загорелась, рвались заряды в боеукладках. Но огневая поддержка штурмовых орудий позволила завершить переправу и соединиться с войсками, наступавшими с севера. Западный сектор города был полностью отрезан от центра. К ночи на 8 апреля в городе установилось шаткое равновесие. Комендант гарнизона сохранил контроль над частями и соединениями, в два с лишним раза превосходящими численно измотанные штурмовые группы в центре Кёнигсберга. Немцы получили возможность организовать контратаку, окружить и уничтожить хотя бы часть штурмовых отрядов порознь. Но генерал фон Ляш приказал прорываться на запад. Со стороны Пилау немцы нанесли встречный удар. Танковая дивизия вермахта, наступавшая вдоль берега залива Фрешесхаф, утром 8 апреля была атакована советскими штурмовиками Ил-2. Немцы потеряли значительную часть бронетехники и были вынуждены отступить. Пробить изнутри неумолимо сжимающееся вокруг города кольцо советских войск фон Ляшу также не удалось. Однако в распоряжении коменданта все еще имелась внутренняя крепостная линия из старых фортификационных сооружений вокруг исторического центра. Она включала башни, стены, бастионы, равелины, укрепленные казармы. Последний оплот обороняли пехотная дивизия, несколько крепостных частей и батальоны фольксштурма. Фон Ляш приказал остаткам гарнизонов трех внешних фортов бросить позиции и пробираться в центральную цитадель. Ее штурм начался днем 8 апреля. Высокие стены неимоверной толщины не имели напольных казематов. Огонь прямой наводкой по бойницам велся с безопасного удаления. Орудия танков и самоходок методично расстреливали амбразуры. Через панорамные прицелы было отлично видно, как темные проемы бойниц вдруг озарялись изнутри от точных попаданий снарядов. Средневековые башни стояли черные от копоти, внешне по-прежнему неприступные, но уже больше не огрызались ни орудийными вспышками, ни трассами пулеметных очередей. В наружных галереях стрелять из них было некому. Подавив огневые точки, штурмовые отряды начали приступ. Внутри старинных стен разгорались последние, самые яростные схватки. Остатки немецких подразделений, уцелевшие после артналета, сражались даже в самых безвыходных ситуациях. Пытались удержать каждый этаж или подвал, каждый поворот коридора. Старший сержант Василий Попов не рисковал понапрасну. За полтора года боев у него выработалось чутье, где притаился враг, где может быть растяжка с миной, откуда ждать внезапную очередь. Попова вел азарт, ощущение приближающейся победы. Шаг за шагом немецкая оборона поддавалась. К утру 9 апреля гарнизон Кёнигсберга прекратил существование как единое армейское соединение. Под управлением коменданта сохранялись лишь башня Дердона и бастион Штернвард с сильно потрепанной 61-й пехотной дивизией. Связь с другими очагами сопротивления была потеряна. С каждым часом этих очагов оставалось все меньше. Войска маршала Василевского брали город под полный контроль. С наступлением сумерек к бункеру коменданта фон Ляша отправились три офицера из штаба 11-й гвардейской дивизии. Парламентеры рисковали. При взятии Будапешта немцы расстреляли группу советских офицеров, которые шли под белым флагом и предлагали противнику избежать лишних жертв. Три советских фронтовика, прошедшие всю войну, впервые оказались в логове врага. Немецкие военнослужащие тоже первый раз увидели в своем штабе офицеров Красной армии. Ни пленных, ни сдавшихся, ни раненых. Все понимали. Парламентеры пришли вручить коменданту города ультиматум о безоговорочной капитуляции.
На руках у нас была лишь одна бумага – обращение командующего 3-м Белорусским фронтом маршала Советского Союза Василевского к немецким войскам, окруженным в районе Кёнигсберга. Напечатано было это обращение с одной стороны на русском, с другой стороны – на немецком языке. Комендант не рискнул искушать судьбу. Фон Ляш поставил свою подпись на документе о прекращении сопротивления. Колонна генералов и штабных офицеров в сопровождении 3 парламентеров вышла к советским позициям. Вслед за Кёнигсбергом потерпели поражение войска на Земландском полуострове. Группа армий «Север» прекратила существование. В историю войны Кёнигсбергская операция вошла как пример победы, добытой не числом, а умением. При меньшей численности живой силы в атакующих подразделениях советская сторона добилась перевеса ценой весьма умеренных потерь. Около 3700 человек безвозвратными и до 8000 ранеными. Тогда как немцы, сражавшиеся за каменными стенами, потеряли 42 тысячи убитыми, свыше 90 тысяч попало в плен. Маршал Василевский переиграл фон Ляша. Тактика малых штурмовых групп полностью себя оправдала, а пассивная оборона без попыток контратаковать советские отряды привела к поражению. Мы потеряли под Кёнигсбергом всю 100-тысячную армию. Потеря Кёнигсберга – это утрата крупнейшей крепости и немецкого оплота на Востоке. Моральный удар по германскому населению и армии, нанесенный известием об этой потере, трудно выразить. Прусский разгром перевернул предпоследнюю страницу Второй мировой войны в Европе. На юге советские войска взяли Вену. Падение Берлина было делом ближайших дней. That was truly an interesting to look back before of how the war was going on between the German and to the rest. To the other fighter, it's just like I cannot imagine of how they fought from each other, because what I'm thinking, why they are having their war because of the power that they really have to conquer another city to city. Because once you get another like country or place that you can conquer, you will have like a power that you are great. But this is what I do believe, especially to the Russian soldiers and of how the way they are attacking is just not like a matter of how many artilleries you have, how many tanks or how guns that you have. It's just a matter of how you are planning your attack or how smart you are in your moves in going to attack in your enemies of your opponents. I feel sad and like bad about it of the war before, because a lot of civilians will be the victims of those wars. But that's what's happened in the World War One and World War II also. Oh my God, to those soldiers who died being as a hero on this one, much love and respect. I enjoyed this one because looking back to those histories, like thinking of how really they just conquered like place to place, of how they are planned. And my God, this is like an interesting looking back to the history. And thank you so much for this one. I hope guys, you enjoyed watching with this one. I really want to hear also with you some additional information. Just drop it in the comment section. If you really know the history, guys, I really want to know more about it. Thank you so much. I hope guys, you enjoyed watching with this one. And if you do, and if you really want to see the full video and connect with the owner of the video, I'll put in the description box below. If you like this video, guys, same as I did, just give a massive thumbs up. Like and share and subscribe also with my channel. This is Junris Blagadag React saying stay humble, stay positive, guys. If you want to connect my social media account, it's in here. If you have my second channel, it's in the description box below. Thank you so much, Prevet and Spasiba to our Russian friends. Have a good day, everyone. Bye-bye. Mabuhay po tayong lahat. God bless po and see you in my next video reaction.